Я пришла волонтерить в дом с маяком, потому что мне нравится проводить время с детьми. А если проводить время еще творчески, с интересом, плодотворно, то это вообще удовольствие. Волонтер в доме с маяком почти год. Ну, первый раз, конечно, было очень волнительно и даже как-то тревожно, потому что кажется, что хоспис — это что-то такое место, где вот боль, страдания. Но несмотря на то, что действительно тут собрались дети с трудной историей, здесь очень добрая атмосфера, здесь прекрасные люди, здесь как-то очень душевно. И время мы проводим точно так же, радостно и душевно. Сегодня мы делаем открытки, посвященные весне, птицам, цветам, веточкам, почечкам. Все, что связано с весной, красотой. Мне дети больше дают и чему-то меня больше учат, чем я их. Мне нравится наблюдать за тем, вот как они погружаются в это рукоделие, в это творчество, как азартно они могут этим заниматься. И вот я на самом деле чувствую часто, что для них самих вот очень важно быть, ну, обычными, такими, как все. И вот тут, делая какую-то открытку близкому человеку, маме, бабушке, учительнице, они как раз чувствуют себя вот способными, творческими, такими, как все. Это возможность погрузиться, как бы вернуться в мир, где вот настоящая искренность, где вот этот детский азарт, где такое все неподдельное, настоящее. И выхожу я отсюда, вот правда, очень легко и светло у меня на душе всегда. Вот поэтому этим занимаюсь. Сюда? А нет, вот сюда. Сюда, да? Да. О, вот так. Будем рядом. Сюда, я хочу. Здорово. Это ты кому подаришь? Маме. Маме подаришь? Ой, супер. Один за всех, а все за одного.